Заехали на объект поделать некоторые моменты. 10 лет назад укладывалась плитка, еще и СВПшек не было. Хочу показать, какие перепады вообще, как устранялись. Потому что плитка на самом деле такая же кривая, как и сейчас. Обратите внимание, вот такие вещи. То есть ничего нельзя было сделать, потому что СВПшек не существовало. Здесь прям перепад такой. Сбивать можно. Здесь вровень. То есть приходилось ломать, там угол поднимать. Соответственно, 100%, наверное, сейчас, вот чтобы здесь сошлось, там угол задрался, да? Вот ради интереса. Да, нет. Ну, просто, видать, плитка горбатая была. А может, плитка горбатая. То есть вот такие вещи. Вот. То есть прям ногу можно сбить. Давай вот здесь. Ну да, так прям существенные ямы. И самое главное, ты их не вытянешь. Чем ты их вытянешь? Ничем. Такие вот. Да. Ну-ка еще давай на стене. Здесь. Стены более-менее. О, более-менее тоже перепад. Здесь сходится. Здесь сходится. А, здесь даже цепляется. Короче, космос. Вот так вот. Так что не зря было это все сделано.